Существенный рост производства отмечается в агропромышленном комплексе республики. Такие данные по итогам 2014 года констатирует Кабардино-Балкария-Стат. Увеличился выпуск сыров и творога, плодовочных консервов, растительного масла, макаронных изделий, минеральной воды и безалкогольных напитков. Выросло поголовье всех видов птиц и скота, кроме свиней. По данным ведомства, на 1 января в хозяйствах республики содержалось 279 тысяч голов крупного рогатого скота и около 4 миллионов птицы. Этого вида сельхозпродукции в прошлом году реализовано почти 100 тысяч тонн в живом весе. Рост по сравнению с 2013 – около 15%. Произведено порядка 460 тысяч тонн молока, получено свыше 182 миллионов штук яиц. Это несколько больше, чем в 2013 году.